JK! BTS блокноты. Гостиница, и это как я буду спать. И это моя гостиница будет такой. Кто хочет со мной здесь? Вью будет так. Это вообще не мой чемодан. Чужой. Наверное, Гранд Каньон он идет. Простите. Frozen. А, это моя детка пришла. Поехали, let's go home. Это red carpet, где BTS будет ходить. BTS, that's where we are, BTS. Короче, сегодня будет билборд. Я была на репетиции, я же у нас Brothers, мы снимали 2 часа, но BTS вообще никого не пускали, их репетиции. Говорят, что Jungkook очень любит Gucci, они закрыли Gucci только для Jungkook, чтобы он мог шопинг делать. Обычно голливудские, так говорят, голливудские звезды, они так делают. Да, и я была в шоке, потому что в Америке армии очень много, фанатов BTS, K-pop фанаты очень много, и даже в большом экране в центре Лас-Вегаса вещи BTS с песней. Они обычно понимают по-корейски, и армии они узнавают друг друга. Говоря по-корейски, очень многие фанаты, они делали тату, имя BTS. Смотрите, пожалуйста, Jungkook. Это все секрет, нам не надо было показать наши браслеты. В прошлый раз в LA концерте BTS, это происходит на 2 дня. Все билеты закончила в течение 4 дня, и где-то 100 тысяч человек приехали. Говорят, что такой рекорд, даже Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Джастин Тимберлейк, Эд Ширан тоже не мог достать. Единственная певица, похожий уровень BTS, это был Адел. Все мои подружки, американские блогерские, они эксперты. Она видела BTS в ресепшн. Они обожают Panda Express, поэтому они каждый раз кушают Panda Express, заказывают. Столько она видела BTS канал. И меня, как из разных стран выбрали только 75 человек. Говорят, без приглашения люди могут попасть только на втором этаже. Это примерно стоит $3000. Моя подружка заберет меня скоро. Я расскажу вам, как был BTS концерт. Я готова здесь, а не буду выступать. Если вы видите, все американские популярные звезды подошли к ним и хотели поздравиться, и они даже селфи делали. JK!
съемка была 8 часов. И для BTS американские армии из всех стран приехали. Они спали в стадионе, и они на корейском все запомнили текст. Это уже третий раз участие. Там были Келли Кларксон, Мадонна, Марайя Керри, Тейлор Свифт, Калли, Дрейк, Джонас Брадерс. Очень популярные, это самые популярные певцы. Там был рекламный перерыв. Тогда мы можем просто двигать и общаться. И все звезды, они только к BTS подошли и по очереди они снимали фото с BTS. Каждый раз BTS они встали, фоткали, улыбнули, и Ви поворачивала лицо вот так к нам, вот так делала, чтобы мы вместе веселились, да. И он показал сердце тоже, и Юнги просто сидел, когда BTS все встали, а Юнги только вот так, вот так. Я не знаю, что происходит, так. Юнги, он спрашивал, не знаю, Чонгук или Ви, а что они говорят? И они говорят, я не знаю, да, они не понимают по-английски, поэтому они осуждают. Но когда люди хлопают, они хлопают, когда люди кричат, ва, они просто так делали. Они не поняли полностью по-английски. Они кушали печенье. Американские певцы, они курили в стадионе на билборде. Ну, очень классные. Тейлор Свифт, Мадонна, Келли Кларксон, Марайя Керри. Я почти плакала, слушая ее песню. Я кричала на корейском. А, 안녕하세요. Здравствуйте. Вы очень красивые. И они вот так делали. И они постоянно посмотрели на меня, потому что я была единственная кореянка. Но это не сравнивало, как Мадонна, Келли Кларксон. BTS получил самые большие аплодисменты. Очень гордилась, что я из Кореи, и они пели на корейском. Арми, фанаты, они там танцевали, все были love. Но скоро будет их выступление в LA. Надеюсь, у них будет отличный концерт. Спасибо, что смотрели. И да, я ради вас все только снимала BTS, а у меня сердце еще осталось Мадонна, Келли Кларксон тоже. Но да, люблю вас и ценю вас. Thank you.